Ну что, друзья, погнали. К сожалению, чтобы попала и мишень, и мои действия сложно выставить, так как снимаю на планшет сейчас. Наверное, буду записывать сначала, как так выглядит, а потом как-то, может, поставлю как мишень. Вот он лук, наклею, чтобы не царапало. Стрелы. И сейчас послушайте. Послушайте и посмотрите работу лука, собственно. Выше немного ушло. Ну хоть стрелы плотненько садятся. Обязательно используйте перчатку, чтобы закрывало вам вот это место. Никогда не делайте, как сейчас делаю я. Не дай бог, на стреле будет заусеница. Аж представить страшно, что будет. Все, сейчас вытаскиваю стрелы. Кстати, так нормально зашло. И стреляем из вот этого. Так, ну что, а теперь отстреливаем более мощный. Отстреливаем вот этот. Щит просто вылетает аж кусками туда. Он разбитый у меня полностью, еще и выбивает очень крепко. Не знаю, люди, которые гонятся за скоростью, купите себе арбалет и стреляйте 100 метров болтами. И будет вам счастье. Типа, кому надо там огромные скорости. По мне так главное, чтобы стабильный лук был. Вылетел кусок. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии вниз под видео, чтобы будем еще раз пробовать. Итак, друзья, к сожалению, выхватить нормальный ракурс, чтобы попала мишень, у меня не получается. Но расстояние тут 1.3 метра всего лишь. Если вам интересно будет, давайте лучше как-то мы выйдем в парк и постреляем там на большом расстоянии, если вам будет интересно. А так вообще на видео, через видео передать характеристики, как бы стрельбу с лука очень сложно. Вам нужно самим взять и попробовать. Как бы вот тот лук, который едет в тир, если вам интересно, вот пишите, посмотрите. Если нет, покупайте, пробуйте. Цена абсолютно недорогая. Ничего. В базовой версии он стоит очень недорого. Не бойтесь, спрашивайте, пишите. То есть, конечно, вот этот будет подороже немного, этот чуть подешевле. Но сам факт, что в базовой версии я всегда стараюсь делать луки доступными для всех. То есть, не делать там цены, как выкладывают, бывают такие цены, что просто аж страшно. То есть, специально стараюсь сделать, чтобы все луки были доступны обычным гражданам, которые могли бы себе захотел, купился и стреляешь себе с удовольствием. Не сам мучаешься, палку какую-то делаешь. То есть со стеклопластиком, чтобы были доступные луки. Вот, собственно, лучок. Классный представитель. Вот со шпоном. То есть так как стекло Бирпау использую, оно офигенно прозрачное, поэтому как бы без морилки, без шпона как бы, уже ну, и не хочется. Хочется, чтобы он красиво выглядел.
Вот оно и получается. Сейчас еще и крышу поломаю. Все, друзья, надеюсь, вам было интересно, познавательно, как бы посмотрели там, что хотите. Пишите комментарии вниз, ставьте пальцы вверх, рассказывайте об этом видео друзьям. Возможно, я сделаю еще одну форму. Эту я оставлю, трогать не буду, а сделаю с еще более загнутыми концами. Как бы. Но что получится уже? Получится хэндшток, ну что, выкинем ее просто, да и все. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Никита, всем пока!